Йоу, пацаны, всем здорово, всем привет, всем здравствуйте. И это очередной крутой ролик по Modern RP, сервер, на котором я играю. Но сначала, ребятки, про конкурс на 2000 из прошлого видоса. Итоги с того конкурса я определил в своем телеграм-канале. Если тебе интересно, то переходи в ТГ и смотри уже там итоги. А также в этом ролике проведем конкурс на 2000 рублей. По условиям, ребятки, все просто. Подписка, комментарий и лайк на видос. Всего лишь три простых действия, как бы отстраняет от этого большого крупного выигрыша в 2000 рублей, нифига себе. Всем удачи желаю, участвуйте. Ну и ребята, сразу хочу всех пригласить играть вместе со мной. Я играю на проекте Mordor RP, второй сервер, и у меня для вас есть крутая халява, просто смотрите. Как бы это мобильная игра, играть в нее нужно и можно с телефона. В описании есть ссылка на данную игру. Вы качаете игру, заходите на сервер, в чате вводите команду /promo/promo. И сюда, вот сюда вводите просто хэштег кого и нажимайте далее. При активации промокода вы получите крутые бонусы прямо на старте игры в виде прокачки аккаунта, хорошей суммы денег, а также у вас будет возможность получить вот такой вот супер крутой офигенский кар. И ребятки, да, это ролик будет сегодня интересный, потому что я уверен, что многим нравится смотреть на то, как другие люди проигрывают или выигрывают деньги в казино. Тем более мы будем сегодня играть на довольно-таки крупную сумму денег. Всем желаю приятного просмотра, погнали! Человек старается, человек вкладывается и человек делает топовый контент. Дай кофе! У него до сих пор нету первой тысячи подписчиков. Не, ну если без шуток, ребятки, то канал GTA-шника, мой, кстати, хороший друг, преподнесет вам действительно уникальный, интересный, а самое главное, полезный контент. А что немаловажно, так это по нашей всеми любимой игре. Я всегда искал для своих роликов чит-меню для GTA 5. И вот, кстати, этот канал сделал видос по этой теме. И далеко не только по этой. Короче, ссылочка на GTA-шника в описании. Уверен, ты знаешь, что нужно сделать. Ребята, в общем-то, давайте сразу я обозначу. Как вы уже понимаете, все мы едем в казино. На руках у меня имеется 5 миллионов баксов. И сегодняшняя цель у нас сделать хотя бы x2 от баланса. Ёбаный рот этого казино, блядь! То есть плюс... Ой, извините. Плюснуть хотя бы 5 миллионов... Ну, вот что ты делаешь? Через какие, блядь, деревья ты бежишь, нахуй, кому ты сломаешь, блядь, лицо? Нормально. А я-то админ, братан. А я-то админ, братик. Короче, извиняюсь за такие приколы. У нас 5 миллионов, пацаны, и вот это зловещее место. Ай-яй-яй. Что там такое, а? Вы можете его уже забанить, ребятки, вы мои дорогие? Что-то меня так жмыхнуло нехило. Ёлки-палки. Смотрите, у меня сейчас в руках есть кейс, в нем много денег. Но, возможно, будет такое, что мы сейчас зайдем, после выйдем с этого заведения, и у нас ничего не останется. Но, кстати, сейчас почти 5 часов по МСК. Людей довольно-таки много. Надеюсь, что будут люди, которые будут играть. Вот, приму от 500 тысяч. Фух, ребят. Ну что, очень сильно я переживаю, на самом деле. Давайте предложим вот четвертому айдишнику 500 000 вирт в ничью. Мы сыграли в ничью, ребят. Блин, 2 ляма, ну, блин, что-то 2 миллиона, я прям боюсь играть, на самом-то деле. Во, давай. Лямчик, мы проиграли. Нам 2, ему 7. Отлично. Охуенно. Я так и думал, на самом-то деле. Ну давай еще раз, на миллион. Это, конечно, очень печально, что у нас уже минус миллион. Но у нас еще есть шанс отыграться. Поэтому мы проиграли. Мы проиграли опять миллион. Давайте предложим 70 тысяч. Вы выиграли? А вот 70 тысяч я выиграл. Странно очень. Давайте миллион опять предложим этому же человеку. Фух. Интересно, очень интересно. Давай. Вы выиграли? Отлично. Гоу 1.3. Он просит 1.3 миллиона. Давайте попробуем 1.3 миллиона. Лям 300. Мы выиграли лям 300. Отлично. Со всей этой игры просто в плюсах на 100 тысяч, хотя уже рискнули 2 миллионами, и это очень печально. Лям 900. И мы выиграли лям 900, ребят, плюс 2 миллиона уже. Итого на руках у нас 7200. Мы в плюсах на чистыми на 2 миллиона. 2 миллиона. Давайте попробуем, ребят. Давайте рискнем. Но это, наверное, будет ошибка тотальная. Поехали.
Нет, ребят, это не ошибка была. Нам остается поднять буквально миллион и... Дэм. Да уж, нифига себе. Вот это мне повезло. Ну, я никому не собираюсь отдавать. Чел там пишет мне в чате, Владимир Дмитрий, что? Что, братан, что? Что такое? Что ты хочешь? Отдашь хотя бы 500 тысяч? Ну, а как так-то? Ну, а как так-то? А если бы я тебе проиграл все деньги, ты мне... Меня дал бы даже 100 тысяч. Я в этом уверен. Ребятки, ну я думаю, что вы меня понимаете. Как бы это казино. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. И йоу, давай на 29-й эдишник. Там сколько? 20 тысяч предлагает. Давайте. 20 тысяч. Поехали. В ничью игра закончилась. Окей, хорошо. Это такие суммы. Ну, суммы такие. Ну, надо что-нибудь покрупнее. Давайте спросим на 1 миллион, кто сыграет или нет. Или нет, или да. А я бы сыграл бы. 535 тысяч. 300. В ничью. И теперь соглашаемся на 500 000 и... Мы выиграли, ребят. Просто. Давайте добьем. Предлагаем 35 тысяч. Мы выигрываем. Ну мне не надо шапка. Отстань от меня своей шапкой. Фух. 50 тысяч. Давайте. Бам. Ребятки, бэм-бэм-цэм-цэм, все просто идеально, ребят, просто идеально. Короче, ребят, ну, как-то так, не знаю, такая вот получилась интересная серия. Нет, ну, конечно, туда лучше не стоит ходить вообще, потому что это зловещее место. Но, тем не менее, может и повезти. Не забывайте играть на Mordor RP. Mordor RP, в описании ссылочка на игру, мобильную версию игры. Вы сможете играть с любого Android-устройства. Давайте, подзалетаем и до скорых встреч. Всем пока.